предстоящему юбилею вы возле театра кукол создали аллею с миниатюрами крупнейших российских достопримечательностей. На карте Уфы появилось еще одно пространство для семейного отдыха. Около театра кукол создали аллею миниатюр, масштабных макетов известных природных и культурно-исторических объектов России и Башкортостана. Под открытым небом получился настоящий музей из мини-шедевров. Кроме миниатюр знаковых объектов России, на этой аллее нашли свое место и копии природных памятников Башкортостана. Вот, например, хребет Инзерские зубчатки – природная достопримечательность нашего родного края. А собор Василия Блаженного с веселыми маковками – это достопримечательность Москвы. Дворец-замок «Ласточкино гнездо» расположен в Крыму. Прогулявшись, здесь можно совершить мини-путешествие по всей стране. Рядом с каждой скульптурой информационные стенды с кратким описанием. Новое общественное пространство стало еще одним подарком к 450-летию Уфы. Территория вокруг театра сильно преобразилась. Она стала еще одним местом притяжения горожан и гостей столицы. Музеем под открытым небом. Давид Шарафутдинов, Рамазан Мусин. Специально для Горы Новостей.